Как сплотить семью, преодолеть все трудности и сохранить при этом теплые чувства к близким? Эти и другие вопросы будут обсуждать 20 алтайских школьников, членов общественного совета. Свои идеи реализовывать на практике будут, беседуя с детьми из детских домов, интернатов и социально-реабилитационных центров. Очень важно сегодня ориентироваться не на, значит, только личностный, да, какой-то рост, а на семейное счастье. Но когда это говорят дети детям, это всегда лучше услышано, чем когда взрослые будут. Взрослый может 10 раз сказать, а ребенок один раз скажет, и это уже будет услышано. Так, 17-летний участник совета Владимир Пикалов мечтает, чтобы каждая семья Алтайского края была сплочена и счастлива. Его совет, как это сделать, прост. Папа на работе целый день, мама там на работе, дети сами по себе, как бы его вот уже, то есть, они уже разошлись. А нужно их сплотить, чтобы они были как бы чаще вместе, общем, на те же выходные. Как пояснили организаторы, дети смогут изменять закон, внося поправки в семейное право. На каждой встрече общественники будут обсуждать идеи по семейной политике, которые впоследствии в качестве рекомендаций направят в различные ведомства края. Анастасия Дороган, Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости.